Вот так в Австрии закачивают пеллеты в дом для отопления. Вот. Это насос, он выкачивает воздух и кидает на фильтр, рассеиватель. Вот это трубы и вот машина. Кстати, ей управляет леди годков 50 эток. Щупленькая, сухонькая. Вот все. Процесс закончен. Теперь будем собирать это дело. Трубы такие не маленькие. Как-то так.